Всем здорова, с вами Вова, компания «Электроник России», Нижний Новгород. У нас сегодня предпродажный обзор одной из самых крутых колонок на сегодняшний день. Это компания «Электроник» Dancebox 52005. Ее у нас заказали в город Чудово для Егора Евгеньевича. Егор Евгеньевич, привет, как получше, пишись. Также Егору дарим Bluetooth наушники от компании Away и Pop-It. Теперь я предлагаю ее распаковать, ознакомимся с функциями, характеристиками и проверим комплектации. Погнали! Я ее распаковал. Вот такая классная подсветка по кантику динамика. В комплект поставки входит два радиомикрофона для караоке, зарядное устройство 12 вольт от машины, зарядное устройство 220 вольт от розетки, AUX-кабель, пульт дистанционного управления и инструкция на русском языке. А теперь пойдем посмотрим функции. Итак, тут у нас спереди два динамика по 12 дюймов. По центру твиттер, сверху есть ручка для переноски или перекатывания. Также есть телескопическая ручка, как у чемоданчика, у нее есть колесики. Отсек под аккумулятор. Сзади расположено все управление. Настройка громкости, экстра бас, усиление баса, эхо на микрофон, бас на микрофон, высокий на микрофон, громкость микрофона, громкость гитарная. Гитарный ход, микрофонный ход. 12 вольт зарядка от машины, 220 вольт зарядка от розетки. Управление подсветкой выключения, управление колонкой выключения. Также есть механический эквалайзер, управление плеером, переключение режимов, запись, предыдущая композиция, следующая композиция, репит, плей-пауза, она же ТВС. Две таких колонки можно соединить между собой без проводов. Дисплей, microSD вход, USB вход и SD вход. Также телескопическая антенна для FM. С характеристиками и функциями ознакомились. Теперь проверим радиомикрофон. Сначала синий. Раз, 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 два, три, работает. И оранжевый. 4, 5, 6, тоже прекрасно все работает. Ну а теперь давайте проверим на звук. Отключаю петличный микрофон. Занёт всё офигенно. Друзья, вот так вот здорово отзвучала «Электроник 2005». Мы ее запаковываем, отправляем в Чудово для Егора. И, друзья, хочу напомнить, что Инстаграм запретили, Ютуб могут запретить. Подписывайтесь на наш Рутюб. QR-код видите на экране, сканируйте, переходите. Не знаете, как сканировать, переходите в описание, там есть все ссылки. Не знаете, где описание, пишите на Вайбер, Ватсап, скину прямую ссылку. А на сегодня у меня все, с вами был Владимир. Пока-пока.